Привет еще раз, здравствуйте. Мы с вами продолжаем играть в игры на Сеге. Ну, сейчас у нас король лев. Так, как бы тут начать-то? Спасибо ребятам, которые не разбежали, всем привет. Так, стартуем. Вот как раз в эту игру я играл уже у сестры. Приезжал, слушайте, у меня до сих пор детская такая маленькая обида на папу, я помню, потому что он, когда я приехал к сестре поиграть, я, ну, типа, мне очень сильно понравилось, потом я еще приезжал, и еще, и, ой, мне очень сильно понравилось, когда мы уезжали, и я прям, точнее, приехали еще раз, я у магазина одного увидел, что Сегу продают. Я папе в красках так рассказывал, что это вот и... как Дэнди, только круче, там то, все есть, типа. Там игры красивее выглядят. Ну, представьте, после дэндиевских игр увидеть вот такую красоту. Да, разница есть, конечно же, большая. Вот, и он увидел... Я отлично, я прохожу игру, короче, понятно. Извините. Я прохожу игру, а меня там ни хрена не видно. Спасибо большое, что сказали про экран. Вот эту красоту, да. И мы увидели в магазине Сегу. Я очень сильно просил ее приобрести. Ну, соответственно, как маленький ребенок может просить, да? Вот, и папа мне тогда пообещал, что когда мы будем возвращаться, ну, то есть домой поедем, на обратном типа пути, зайдем обязательно в этот магазин. И он обязательно купит. Купит мне Сегу, но... соответственно, конечно же, этого не произошло. Опять же, у вас немножко растянутое изображение, потому что у меня... Блин, здесь ништяки ловить надо, Вот первый раз, когда проходил, играл, точнее, очень много ништяков словил. Сейчас, секунду, подойду. Простите, Алиса должна была здесь остаться, но она ушла, дверь не закрыла. И да, и обида, очень сильная обида была, потому что он типа обещал, не выполнил это обещание. Вот. И, кстати говоря, вот не выполнил, да почему? Потому что в итоге они все взрослые бухали, ну выпивали, ладно. И, блин, у меня одна жизнь. Ну и, соответственно, когда домой ехали, уже было не до всяких там заехать в магазин. Фак. Последняя жизнь. Ха. Что-то жесткое. Да какого? Ну окей, я проиграл еще. Continue, окей. Вот так здесь можно. Я помню, я прям очень сильно обижался. Для меня это было обидно. И дело в том еще, что там, где мы жили, невозможно было Сегу приобрести. Поэтому... Поэтому для меня это был... Вот эта поездка к сестре, это был что-то типа последний шанс купить Сегу. Обидно, в общем, обидно. Но это такое, как бы в детстве осталось. По большей степени из-за этого у меня... Ах ты ж. И
Из-за этого у меня и не было Сеги. Собственно, вот что я хотел сказать там. Вот, но потом, когда я уже отбил себе почку, поехал в Армению на лечение. В Армении появилась уже Sony PlayStation 1. Я просил очень сильно, конечно же, уже Sony PlayStation 1. Вот. Ну вот ее мне уже купили. Точнее, отправили $100, потому что она стоила $100. Нормальная версия, сука, стоила $100. А дедушка, муж, да, бля, муж сестры бабушки, дед Хенрик, он сейчас ныне покойный, приземляемый будет пухом, он решил, короче говоря, съевреничать, очень сильно схитрожопить. И пошел договариваться на рынок, чтобы продали консоль за там дешевле, короче. Ну и нашел того, кто продал ему консоль дешевле на $2 или на 1. Там какая-то такая сумма была, прям мелкая. $98-$99 вообще. Вот. Что вы думаете? Он сэкономил этот $1 или $2? Да, бля. Но гамовер. Надо будет пройти сейчас и сохраниться. Сэкономил деньги эти, но консоль не работала. Точнее, она была бракованная. Она не все диски читала. Некоторые диски читала только в перевернутом состоянии. Меня это дико бесило и раздражало. В итоге я, конечно, поиграл на ней, прилично поиграл. То есть у меня там был драйвер второй. Драйвер первый у меня до этого был на PC. Ага, на PlayStation. Драйвер второй был. У меня там был рестлинг. Я очень сильно полюбил там акробатических братьев Харди. Вот, у меня там был, не помню, что еще, если честно. У меня там был, по-моему, футбол, Дэвид Бекхэм Сокер. Как-то так он называется. Вот, и в эти игры я как бы наигрался, да, нормально. А, и, собственно, Геракл. Вот Геракл это была та игра, которая шла... которая шла именно... Да ядрите. Знаешь, сука? Которая шла именно на консоли с перевернутой. Но в определенный момент она переставала работать. Я ее так в детстве не прошел. Что, конечно, тоже обидно очень сильно. Everything the light touches. Давай, давай, давай. Тут жизни ловится, в чем прикол. Но нельзя... Нельзя упускать ни одного жука на землю, потому что если упустишь, то типа гамовер. А если будешь ловить, 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 ловить их, он периодически будет кидать тебе жизни. Все, давайте здесь сохраниться. На двух жизнях. Ну вот, вот такая вот история, да, с детства. Две даже истории. Надо мушку убрать. Да, ядрить. Что-то прям совсем сложно мне. Надо, наверное, геймпад все-таки. Подставы такие, короче, по Sony PlayStation и
Sega. Где сохранились лучше? Так, ну давай. Камон, уже давай. Давай, сделаем это. Раз, прыжок. Battletoads and Double Dragon играл? Нет, Battletoads у меня были у друга в Азбесте. Ну вот. У меня не было картриджа. Причем у друга, знаешь, не у друга прям совсем, а у старшего сына соседа. То есть у ребенка, который старше меня. И поэтому я как бы к ним в гости редко ходил. Вот. Ну и, соответственно, то, чтобы дружил, чтобы он мне что-то давал. Типа какой-нибудь картридж. Да, вообще не понимаю, как эту штуку пройти. Соответственно, я был у него там пару раз. Ну, отец там или мать заходили по какой-то причине. В эти моменты я видел, как он играет в Battletoads. Мне очень сильно нравилось, но у меня не было картриджа. О, наконец-то. Ей! Сохранимся здесь. Сука. Вау. Ну, соответственно, опять же, каждый раз, когда ты проигрывал в детстве, вот в эти моменты, все начинал заново. Вау. Просто прыгал вниз. Никаких-то этих сейвов не было. Батл тот слишком сложный, чтобы его пройти. Да нет, слишком сложный, игры, чтобы его пройти, серьезно. Вот, я бы очень сильно хотел больше... Ты чё? Комик-зон пройти, потому что тут её я... Прям мне очень сильно нравилось... Да, сука. Очень сильно нравилась стилистика. Прям какая-то хардкорная игрушка. Просто дичь. Мне очень нравилась стилистика, конечно. Я не понимаю. Слишком сложно было пройти назад в будущее, потому что когда ты пиздюк 7-летний, английского не понимаешь. Вот так любую игру, да-да-да, сложно пройти. Блин, ну тут постоянно будем сейвиться просто нон-стопом. Эй! Засранца, опять этот страус. Он больше не предупреждает, смотри. Он больше не предупреждает. Прыжок вниз, прыжок, прыжок. Вниз. Прыжок, прыжок. Ты хрена себе, ты чё сотворил? Сука, надо было вниз нажать. А, удивительно, что он мне вообще прошел. Вот, и червяк Джим, да, то же самое, но только червяка Джима я на компе увидел, тоже у соседей, тоже не проходил. Блин, зачем? Дважды прыгаю. Там же, типа, прыжок вниз, прыжок, прыжок, двойной прыжок, прыжок вниз, прыжок, прыжок вниз, сука, надо было. Помню, когда, говорит, первую Диабло играл. Слушайте, а я вот хочу Диабло все перепройти. Как перепройти? Пройти для себя. А скажите мне, пожалуйста, Диабло первое, оно вообще долго проходится? Ха-ха-ха.
come on! Ой. А, у меня еще Джеки Чан был. На PlayStation первый Джеки Чан был. У меня есть, кстати, эмулятор. У меня, по-моему, эмулятор PlayStation 2. Да, PSX2. PCSX2. Это типа эмулятор для второй плойки, да, по-моему? Если все сеты собирать, то долго, а так не очень. Да нет, какие мне сеты, я ничего не буду собирать. Просто пройти и сюжет посмотреть. Ай, какая-то тупость. Заметьте, уровень без обрывов. Так, здесь сохранимся. О, хорошо, что заново это все проходить. Ай, ништяк. Ай, хорошо. Опять сохранимся читерным, проходим способом, ну ничего. Та-да-та-да-да-да. Проба. Музон труб, да, музон хорош. Блин, мартышка, я ж тебя найду. Я ж на тебя как порычу. Ты же охренеешь. Что за сранка, а? А ты ж падаль, шмадаль, вадаль. А скотина. А почему ты мимо-то пробежал? Не. Что-то я не втыкаю, короче, куда. По идее, вот за эту штуку надо зацепиться, да? А, жду подсказки. Прохождение бессмертия Димы, да? Слева носорог. А, кстати, да, в натуре, вот и подсказка. Спасибо, Сереж. А вот и подсказка. Спасибо, спасибо тебе большое. Сейчас опять то же самое будет, да. Но это и хорошо. Да? А, как классно, сейчас это было, но... Бляха-муха. Плюс жизнь, минус жизнь.
Сука. Охренеть, это что-то сложное. А можно спрыгнуть с вас? Не хочу кататься, прыгать. Ё-моё. Как это сделать? Может поперепрыгивать туда-сюда? Ну-ка. То же самое, короче, я понял. На него прыгнули и побежали влево. Ага, а теперь на левого носорога. Опять прыгаем. Детская игра, говорили они, будет весело. Дальше, кстати, по-моему, нету таких вот прям заморочных этапов. Раз, два, на розовенькую. Оп, сюда. Дальше в левую сторону. Во. Так, теперь мне надо на второго носорога прыгнуть. Нет? Налево? По-моему, так. Да, отлично. Ох. Сложные, сложные обезьянки. Бэкхэнд, бэкхэнд. Бляха. О, кладбище слонов. Очень, очень крутой, по-моему, уровень, что касается... Если дело касается именно... Если речь идет, точнее, именно о мультике. Так, а я не сохранился ни хера. Вот, кстати, да, надо бы. О, отлично. Так. Проход там открылся. Да. Ха! Сука, дурак, а. Ой, а уже без этих ребят? Да, да, да. Давайте еще раз подеремся, окей. Ха-ха-ха, подлый. Сложная игра, это что такое-то, ну? Файл Майнкрафт. Блин, ну. Да ёпта, ты чё шмаш пришёшь? Файл Майнкрафт. В Майнкрафте надо построить башню мага, в фе надо выводить волков и пыл. Не знаю, что выбрать. Давай фифу. От Майнкрафта тошнит уже.
Что такое? Как я это сделал первый раз? Ну его нафиг. Пойду в чемпионшип тогда, спасибо. Да, не за что. Удачи, успехов тебе в победе. В матчах, точнее. Побед тебе в них. Блин, вот плохо то, что он когда приземляется, он... Он задевает его. Вот это очень плохо. В чем прикол с сейвами проходить? Просто играю, наслаждаюсь игрой. В этом прикол, нет? Типа, а в чем прикол жопу себе раздирать в 2017 году? Не хочу. Я не хардкорщик. Я не любитель засовывать себе раскаленные пилы в анус. Не кайфую от того, что мне сложно. Эхо зуал. Я считаю и всегда считал, что игры — это способ развлечения. Меня развлекает именно процесс геймплея, но никак не его хардкорность или хардкорность условий геймплея. В том и прикол. Ох, ты ж падали, а. Так что да. Я бы не хотел здесь сидеть 10 часов и видеть то же самое по геймплею, просто из-за каждой смерти перепроходя игру. Смысл в этом ноль. У меня вот, допустим, от клавиатуры на за эти сколько? За эти где-то полтора часа уже руки охерели. Ты ептой дай меня, сука! Ну хорош ты, ну что это за бред? Заебись. Ну, перестань. Гореть начинает от этих маленьких деталей. Прикинь, если бы мы сейчас, короче, заново Аладдинова проходили просто из-за каких-то условностей игровых от того времени. Да, блять. Вот из-за таких. И заново всю игру, и охуеть. Ясно. Горит даже с... Ну да. Урочил. Типа меня. Горит всегда. Мне повод не надо, чтобы у меня загорело. Бля, ну такой ты дурак, Адундук, сука. Иди уже, прыгай сюда. Вау, какой страшный большой мальчик. Блин. И глупый. Представил, как Дима ранит ДС на ВР и в последнем боссе не спарировал. Ну, мы же проходили второй, третий соус. Там много таких каверзных моментиков было. Сдрысни. О! Ясно, я думал вниз мне и надо почему-то, не знаю почему.
Дальше не будет так сложно, говорю я. Ясно. Ясно. Ну окей, сохранюсь так, наверное. Я второй сейв создал. Потому что я очень много людей получил от него. Туда вовсе, а куда мне, ё-моё? А, так мне наверх, судя по всему, вообще. Давайте отсюда еще раз подеремся с ним. Я сам упаду, нахер надо возиться с тобой. Давай. Давай еще раз. Зашибись, спасибо. Блять, гений вообще. Чё ты спрыгнул-то вниз? Никогда не прыгал, а тут вдруг спрыгнул. Ты сюда? Это нечестно. Нечестно. Похоже, это босс. Для меня птички босс дальше будут. Давай сюда. Раз. Спасибо, спасибо большое. Наконец-то, наконец-то. Конечно, 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 конечно. Сейв 2. Так, теперь у меня 2 попадания выжил. Окей. Ох ты ж. Ага, зашибись. Ну да, короче, вот сюда вот мне надо было все это время. 3 даже попадания. Ладно, я понял, куда мне. Да, ничего не видели. Ничего не видели. Та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ничего не видели. Та-та-та-та-та, там, парам-пам-пам-пам, пара-па-па-пам-пам-пам, па-па-па-пам-пам, па-па-па-па-пам. Сука. G5, привет. Я не понимаю. What the fuck?
Я вообще не цепляюсь. Дача слабенькая, нажимаешь прыжок, короче. Вот, и он прыгает. Прям в яму. Ну, прям отлично, отлично. Нормально, вариант. Туда вообще смысла нету, походу, да, прыгать? Блин, ну ты же, что ты, на самом деле. Давай! Лев ты или киска? Lion, you are pussy. Pussy, you are lion. Прыгаем, прыгаем, получаем люлей. Не получаем вообще больше ничего. Почему он не цепляется-то за вторую, ё-моё? Бот сломался, чё он делает? А, на тайм не отвечает. Ну, он может, да. Ну, вообще игнорщик периодически. Гений. Как хочешь, не цепляется-то, блядь. Ой, представь, как горело бы, если бы сейвер играл бы, а? Короче, я вот здесь сохранюсь. Ну, наконец-то. Почему я умер, Жош? Да ёбушки ты, гусарыня. Не могли бы вы отъебаться от меня? Ты будешь летать, нет? И в чем смысл? Я забаговал игру? Сохранить, да, в натуре. Мне кажется, я баганул. Да. Вот прям чуть, как меня бы сейчас разорвало. Перед контрольной точкой. Вот истинный хардкор, ребят. Наше детство это все без хранения проходилось. Только я не проходил. Собственно, поэтому в детстве очень мало игр-то было пройдено. Наверное. Сука. Так, стоп. Немножко попутал сейвы.
На. Детская игра. А ты не опустишься, типа, да? Ну и пошел ты. Прикинь, их можно было убивать. Прикинь, их можно было убивать. Клюк-клюк. Нет. Клюк-клюк. Блинг-блинг. Сука, имбицель я. Сохраняемся. Что с две-то стало резко? Ты просто не ищешь легких путей. Все, видимся. Давайте тут сохранимся. Не понимаю. На одного, короче, прыгаю, чтобы ударить. Другой меня бьет. Было две? Значит, провафлился. Ну, лол, ну сейчас ты их... Ясно, хорошо. Это невозможно было бы пройти. Сука, ну как так? Как? Бля. Раз. Зашибись. Третий. Третий. Жесть. Запускаю FIFA, перехожу. Настройки, чтобы новый состав. Меня курсор не слушается, выбирает. Всегда самую нижнюю позицию, не могу на настройки вообще зайти, ни с геймпада, ни с клавиатуры, захожу в другие игры, там такого косяка нет, изучу проблем. Не, в электронной карте, я думаю, взрываю.
это извращение чистой воды проходить сейчас. Знаете, в чем проблема? Мне кажется, мне почему-то кажется, что игры медленнее были. Ну, то есть, эти вот игры, они были медленнее тогда. Не так быстро шли, что ли. Мне так кажется. Игра реально сложная была, дальше второго уровня мало кто проходил. Как вообще это можно без смертей пройти? Не знаю. Он даже после того, как ударит их, он просто прошел на Дэнди Чешир, говорит. После того, как ударит, падает на них, как бы, и пока они моргают, все равно умирают. Не, рычать на них бесполезно. У них только вот так вот прыгать. Три раза получил люлей. Ась? Да, думаю я. Недолго. Минут 5-10 где-то так. Найс сейф. Не, ну я не сделал сейф. Сейчас попробуем вот пройти уж. Я бы хотел этот уровень пройти. Блин. И типа все, и закончим на этом. На двоих я, короче, делаю. В смысле, ты его добил? Как ты умер-то? Там два мертвых, как ты умер? За эти 10 минут мы дойдем до конца игры. Блять, ты не должен был сейчас прыгать. Ты должен был прыгнуть уже, когда второй тоже умрет. Дальше не так сложно будет, я сказал. Вернулся вот так вот под ним. Он должен был меня пустить. Да-да, не как так-то, а? Сука. Кто-то прыгает, кто-то не прыгает, да? Давай. Хэп позыщен горе. Да ебись конем, ну почему он получает урон, когда падает на него моргающего? Да блять! Добрый.
Добрая игра, Король Лев, осторожно, маты. Не для детей. Зашибись. Спасибо. 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 Ну я уже чувствую, что это. Вот оно. Вот оно близко. Раз. Давас. Терис. Зашибись. Спасибо. Так и хотел. Смешная игра. Современные игры портят психику детей, да? Есть, бойс. Ой. Кто там? Жара. Так, погодите. Есть переработанный Король Лев, там все красивее, вот это выглядит. Хер ли поделаешь, у нас такого нету. Спасибо. Мы видим все так, как есть. С первого раза вообще, да. Без потери жизни вообще. Сука. Камушки пошли, зашибись. Да иди ты! И прикинь, вот тут, короче, такой, типа, и заново, да? Зашибись вообще. Блин. Нет. Не та цель. Уха. Так. Бедненько, да. Бля. Прикол от Ладина, а? Можно прыгать, ё-моё. Тебя манал в одну сторону. Со всех. Да не то. Вот это вот. Вот так. Понты. Моя
бля. Нормально бывает. Нормально. Что-то я тупанул, надо вправо уходить, да, и прыгать. Сука, распрыгался. Так, подожди. Почему Shift 8-то перестал работать? Так. Save one. Скотина. Я все перепрыгнул. Ай-ба-ба! Но куда там-то надо было, ну? Изверги, что вы делаете с ребенком? Если бы это проходил ребенок, он бы конченым бы вырос. Кто вообще прошел эту игру в детстве? Я прыгнул, ну камон. Ебать, я просто прыгал туда-сюда, как не знаю кто. Отлично, отлично. Ау, 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 два раза. Бам-бам, бегала. Бам-бам, бегала. Ау, ау. О! У, а, есть. Убейте его. Да-да, пойду прыгну со скалы, шеф. Насколько я знаю, здесь типа... Ой, бабочка, бабочка. Насколько я знаю, тут типа совсем немножко осталось, да? Или я неправильно знаю? Бля, на весь экран нажал. Кидал шарики изо рта лягушки в цепочку. Шарик, чё? Хасан, Боже. Короче... Неважно, пройдем Короля Льва, допройдем, точнее, Короля Льва уже в следующий раз. Я прощаюсь с ребятами на YouTube. Пока, дальше круче.